последнее время дизайнеры Audi рисуют достаточно консервативные образы для своих традиционных моделей. А вот для электрических машин художникам дозволяют создавать куда более эффектную обертку. В качестве первого примера мы приведем недавний седан e-tron GT. На удивление, менеджмент марки разрешил поставить на конвейер машину, которая за мелкими исключениями не отличается от дерзкого шоу-кара. Теперь интересным оформлением кузова порадует кроссовер Audi Q4 e-tron, который по размерам встанет между моделями Q3 и Q5. И хотя кузов оклеен маскировочной пленкой, внимательный взгляд может изучить нюансы стиля. От скучных аудюшных интерьеров тоже не осталось ни следа. Салон сделан угловатым, но броским и запоминающимся. Притом самый неожиданный элемент — островок центральной консоли, на который вынесен селектор трансмиссии. Из интересного Audi анонсирует проекционные приборы, подсказки которых будто парят перед машиной. Также отдельного упоминания от авторов релиза заслужил задний диван, расположенный заметно выше передних сидений. А вот дату полноценной премьеры пресс-служба «Четырех колец» раскрывать не стала. Очевидно, она случится совсем скоро. Однако нельзя исключать, что перед этим немцы проведут техническую презентацию. Правда, в плане техники батарейный Q4 должен быть похож на аккумуляторные Volkswagen и Skoda, также построенные на архитектуре MEB. По предварительным данным, модель получит двухмоторную силовую установку мощностью около 300 сил. Марку Volvo нынче кормит кроссовер XC60, поэтому на пятом году жизни модели шведам пришлось подновить бестселлер, дабы сохранить спрос. Впрочем, итоги обновления оказались скромными. Снаружи появились лишь другие бамперы. Салон тоже подвергся минимальной редакции. Чтобы рассмотреть иной селектор коробки, надо быть истинным фанатом марки. А о том, что прежнюю мультимедийку сменила свежая система на андроиде, подсказывает пресс-релиз. Кроме того, шведы доработали комплекс электронных ассистентов. И, видимо, не случайно, ведь прежде на работу системы автоторможения поступали жалобы. И все. На этом список обновок неожиданно заканчивается. На конвейер улучшенный XC60 должен встать до конца весны, а значит, к нашим дилерам он придет ориентировочно летом.